В Саратове будут развивать сеть частных детских садов. В этом году на работу таких дошкольных учреждений предусмотрено 30 миллионов рублей из областного бюджета. Деньги пойдут на зарплату сотрудникам, покупку игрушек и учебников. Но эти средства не предусмотрены на плату жилищно-коммунальных услуг и содержание зданий, что для большинства частных детских садов является основной статьей расходов. Чиновники отмечают, что ежегодно готовы выделять из бюджета субсидии в размере 10 миллионов рублей на частные дошкольные учреждения и еще 1 миллион на центры дневного времяпровождения. Надеются, что принятые меры помогут этому бизнесу, не последней проблемой которого сегодня является компенсация оплаты труда сотрудников.